Да я ж кот Леопольд. Поэтому кот Леопольд никогда ни с кем не сводит счеты. И я в том числе. Как можно сводить счеты, если при этом будут страдать болельщики? Это преступление. И я никогда на это не пойду. Поэтому мы были открыты и продолжаем быть открыты. Пусть рассчитаются с игроками. И я не считаю, что требование Федерации баскетбола Украины рассчитаться с судьями, тренерами и игроками есть сведением счетов. Это раз. Во-вторых, мы были открыты и приглашали их в проведение чемпионата. Насколько я понимаю, у Днепра вообще несложные проблемы. У них там, по-моему, по одному только игроку бан ФИБА. Там небольшие суммы, можно было бы найти компромисс, рассрочить и работать. У Будивельника посложнее ситуация. Они только Дворцу спорта должны 2 миллиона 200 по судам проиграли. Это без насчета санкций. Это по курсу 8, чтобы вы понимали, за последние 2 года. Это еще за проведение Еврокубка. Это же не мной придуманные вещи. Это счеты или это просто не расчеты? Поэтому скажем так, что у нас не расчеты, а не счеты.